Всем добрый день, дорогие друзья. У нас уже день, я еду в город, мне надо забрать заказ в Wildberries и плюс забрать картриджи из магазина, потому что мы заказали новые, и они уже пришли. Тайсон! Тайсон жив-здоров. Все, кто спрашивает, решила показать сразу. Едем в город, и надо купить мышку, потому что вчера мышку девочки залили чаем. Поэтому надо купить компьютерную мышку. Да, Тайсон? Ладно, едем. Пришла на остановку уже. Забрала все, потом покажу, что купила. Да, ё-моё. Сейчас жду автобус и поеду домой. Быстро-быстро по магазинам пробежалась. Всем привет! Я уже приехала с города. Сегодня у Марины была елка, поэтому задержались немножко. Марина получила подарок. Ну вот, хотя, ребята, знаете, вот это сомнительно. Кулек и подарок. Кулек – это сладости, вот. А подарок – это вещь, что-то вы подарите. Или что-то такое. Вот это называется подарок. А это кулек. Ну, вот такой вот Марина получила. Потом покажем, что внутри. Дальше это отнеси, пожалуйста, в комнату. Егор ползает, он не хочет на камеру попадаться. Взяла деткам вот такие вот чипсы какие-то на развес, попробуют они. Мне уже давно просили. Ильюша, иди сюда. Для Ильи купила имбирь. Ты только такое кушаешь. У нас никто больше такое не ест. И купила селедки аж 5 штук. Потому что люди, смотрю, прям разбирают селедку. Вот 5 штук взяла на салатике. Также забрала в Wildberries заказы. Сейчас покажу, что забрала. Первое, что забрала, это картриджи. Илья уже вставил в принтер. Принеси бумажки, я покажу, что распечаталось. Распечатали мы кое-какие бумажки. Илья тут пробовал. И сейчас покажу, как получилось за картриджи. Получилось почти 4000 дали. Давай. Вот что напечаталось оно у нас. Вот такая вот фотография, видите? Они тут пробовали Егоркина фотография. Потом пробовали поменьше сделать. И совсем маленькую пробовали. Маленькая совсем хорошо. Но в принципе принтер печатает. Это слава тебе, Господи. Я теперь смогу завтра куплю бумагу и сделаю копии документов. Садик копии сделаю. Дальше что я взяла? Пивной картон, плетеный он тут называется, по идее он называется пивной картон, но плетеный. Вот такой взяла для оформления вышивок, положи на печку. Дальше взяла вот такие вот красивые коробки, потом соберу, покажу, какие они будут. Тут 2 штуки в наборе. А Илья забрал флешку? Да. Да, принеси, я покажу. Илья, дай флешку показать. Также купила упаковку медицинских масок. Тут 50 штук. 3-слойные я выбирала. Они дороже, правда. Ильюша купила вот эту флешку. На Новый год подарок будет ему на 32 гига. Что-то она недорогая была. Дальше. У нас на компьютере вчера девочки залили компьютерную мышь чаем. Поэтому вот купила вот такую вот мышку. Дальше. Маша, иди сюда. Для Машиной птички. Иди. Ну я сама буду вешать ей. Дальше мы собаке купила вот такой вот шампунь с чистотелом. Масю будем мыть. А, Ильюша, иди сюда. Опять тебе. Тут для Ильюшиных крысок Илья принес корм, но это не только для Ильюшиных крысок будет, также и для Шишечки, еще и для нашей крыски. Надо пересыпать в какую-то емкость, чтобы оно не просыпалось. Вот этот корм, он хороший, 200 рублей. Также мне надо пересадить мои 2 орхидеи. Купила вот такие земли, но надо еще купить горшки. Возьми, иди, Света тебе даст. Егор на фотографии. Вот такие в целом покупочки. Сейчас покажем, какой кулек был. Все остальное покажем. Так что как-то вот так вот. Ничего путем не снимала, потому что дел много. А ничего, про камеру всегда забываем, да? Ладно, дорогие друзья, пойду мышку установлю. Сейчас покажу принтер, что мы с ним делаем. У нас идут испытания принтера. Мы пытаемся с Ильей как-то понять, как печатать документы. Вот видите, потому что копии, чтобы мне сделать, мне надо сначала научиться на нем копии делать. Тут Илья цветной делал.
Ну, вот, в принципе, принтер вот такой вот, модель 4180. А тут да? Картриджи. А на компьютере почему-то он не 4180. Да? А как? 4100. Да, ну ладно. Вот такие вот картриджи. 3850 мы заплатили за два картриджа. Так, вот это вот более-менее уже, Ильюш. А теперь, чтобы напечатать нам на другой стороне, надо вот так вот вставлять, да? Угу. Ну-ка еще раз. А, подожди, стопы. Давай вот так вот испытаем. Потому что мне надо понять, как мне печатать документы. Поздоровайся со всеми. Да. Ильюша крысок своих привел, но вот пока они там стоят, так потом мы их... Зачем их штором делать? Вон... Кто-то подвигает постоянно к шторам. Так, сознавайтесь, какая да, крыса, это блин. Это твоя, которая. Она крыса. Нам там в Соликамске тоже шторы загрызла. И что хозяйка сейчас скажет? Она не знает. Придется покупать другие. Так а там таких штор больше не найдешь. Платить придется за шторы. Так, коробку выкидывать не буду, потом найду еще вот такие вот картриджи. Ну-ка, сейчас посмотрим. Ну, в принципе, вот это вот нормально. А упаковки какие от них были? Ну-ка, стой. НТ. Кто знает, где подешевле можно картриджи покупать? Если кто знает, скиньте, пожалуйста, ссылочку, где вы картриджи покупаете подешевле. Ну, потому что за почти 4000 платить за картриджи, это вообще... Ну, в принципе, все понятно. Завтра бумагу прибери эту вот так. Военник, отсюда убирай свой. А то оставишь тут его. Это прибери, Илья, тоже, чтобы мне не терять. Это заберите. А? Куда-то заберите. Кого? Вот это вот. Положи в свой, Егора, прибери в свой шкафчик, пожалуйста. Я потом, это, чтобы мне не искаться. В принципе, печатает нормально. Мне что хорошо, я теперь смогу сама документы печатать. Копии делать, а потом место освободиться. Мы после Нового года будем в нашей комнате мебель переставлять, другую ставить. Вот наподобие такой, только там другая. Вот. И там открывается-закрывается. Принтер, по идее, будет спрятан от маленьких. Мне кажется, там и будет ему хорошо после Нового года, потому что будем линолеум стелить. А пока копии я и здесь буду делать. Раскраску только то, что они просят им распечатать. На сегодня напечатать. Да, она с краской, потому что она... Нет, черную можно, по идее, раскраски-то можно и черные. На это прибери, вдруг тебе копии понадобятся. Мне копии не нужны, они такие. Почему? Нормальные? Справку не забудьте в институте в своем, в колледже взять. В институте. Опять сейчас мне напишут, что в институте. Ну, я сама позвоню тогда, хорошо. Ладно, вот такие вот у нас новости. Вот такой принтер, слава богу, все хорошо подошло. Я переживала, что картриджи не подойдут, но все подошло. Слава тебе, Господи. У нас время вечер. Вкусные чипсы? Егорка чипсы пробует. Это вкусно или нет? Непонятный вкус, вот. Да? А имбирь у нас вот это чудо любит. Я вот в этом имбире вообще не понимаю вкус. Оно как трава какая-то. Да, красная штука. Имбирь. Но оно невкусное. Вот оно хотя бы вкус капусты был бы, еще бы ладно. А тут вообще непонятный какой-то вкус. Напишите, кто, кстати, любит имбирь. Кто с Ильюхой согласен, что имбирь вкусный? А я согласна, что он невкусный. Напишите, кто кому вкусно, а кому нет. Будет интересно. Флешка тебе понравилась? Угу. Удобная? Я все смотрела, там были дороже, дешевле. Я смотрела за 650. Но она какая-то такая, знаешь, вот такусенькая, маленькая. Такая вот маленькая там была. И поэтому я решила такую взять. Она закроется, и мусор там не попадет. Ладно, вот такие вот дела у нас. Вот такой вот принтер. Испытание прошел на ура. Тебе самому нравится он? Конечно. Ладно. Всем говорим пока-пока. Пока. Так, собрали мы коробки. Вот так вот она внутри получается. Видите, тут с дырочками. Вот такие вот коробочки с крышками. Вот такие вот в целом две коробки у меня получились для организации всяких перчаток. Я хотела. Ну там посмотрим, для чего сейчас организуем для чего-нибудь. Ну вот такие вот две коробки. Так, сходила еще раз в магазин. Взяла деткам к чаю вот такой вот тортик медовик. Что-то решила взять. Нынче белый полностью идет нам. Потом взяла вот такие вот арахис. Что давно просят, решила купить. Потом вот такую вкусняшку одну маленькую взяла по 65 рублей. Тут и бананы, и арахисы, и всякие фрукты сушеные. И взяла 3 батона и булку белую. Пошла, по идее, просто за хлебом. А получилось, опять напокупала.